Приехали. Новый асфальт на скандальном участке у деревни Никулинки рассыпается на глазах. При этом с начала сдачи дороги прошло всего 2 недели. За это время здесь были активисты ОНФ, с инспекции приезжали чиновники из администрации. Тогда подрядчик заверил, что ремонт идет строго по технологии и дорогу сделают на совесть. Вот так сегодня выглядит участок. По краям дороги образовались трещины, которые при первом сильном дожде разойдутся по швам. По словам жителей деревень Никулинки и Кудина, трещины появились именно в тех местах, где покрытие укладывали прямо на глину. Щебень использовали лишь на некоторых отрезках, и то тонким слоем. Тогда кировчане забили тревогу и попросили экспертов оценить такие работы. После жалоб сюда наведались чиновники из мэрии. Был и подрядчик, который заявлял, что ремонт идет по технологии, хотя больше она напоминает лоскутное одеяло. Сейчас рабочие срезали разрушенный асфальт и досыпали здесь песок и щебень. Впрочем, проживет ли дорога здесь хотя бы один сезон – вопрос весьма спорный.